Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипиях. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всемирная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. «Тайна» – мраморная группа Эберлейна. На Берлинской выставке в 1891 году находилась прекрасная группа «Тайна», работа известного немецкого скульптора Эберлейна. Красивый юноша, опираясь коленом на выступ скалы, тянется к сидящей немного повыше его богине любви или просто к молодой красивой девушке. Она ласково склонила к нему прелестную головку, его губы касаются ее уха, и она с улыбкой выслушивает повторяемую ей сердечную тайну влюбленного. Вся группа отличается необыкновенной грацией и красотой. Красивый юноша привлекателен своей почти детской наивностью. Он с каким-то страстным интересом рассказывает ей свою тайну. Она обаятельна изяществом своей позы, красотой формы линий и в особенности наклоненным личиком, оживленным очаровательной улыбкой. Из произведений новейшей скульптуры эта группа Эберлейна может считаться одним из самых талантливых и совершенных по яркой экспрессии и грации форм. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.